любовь к путешествиям у Алексея Мыльникова давно. Уже на протяжении 8 лет он едет в отпуск только на велосипеде. И вот, уволившись с работы и получив свободу, как он сам говорит, сразу же отправился в большое велосипедное путешествие по России – от Нижнего Новгорода до Владивостока. Начался необычный трип нижегородца 23 мая и продлится, по словам самого Алексея, около 5-6 месяцев. Расходы минимальные – 300-400 рублей в день, в основном на питание. Проживание обычно находит через так называемый каучсерфинг. Это популярный международный сайт, где каждый может предложить или же попросить помощь в поиске бесплатного жилья. Явление Алексею не чуждо, он сам является каучсерфером уже около 4 лет. Сейчас Алексей находится в городе Кемерово. Вещей с собой взял по минимуму, только самое необходимое. Путешествует не только налегке, но и легко. С трудностями делится путешественник, сталкивался нечасто. Единственное, пожалуй, с чем столкнулся, это с погодными условиями. Пожалуй, наверное, все. Вот опять-таки этот же самый Урал, плюс рельеф, там перевалы же горные были, уральские горы, плюс дожди. И температура там была где-то плюс 10, наверное. Ну вот это единственное, наверное, что с чем я с таким столкнулся. Даже участковый не знает еще мой военкомат, что я отчислен, значит, время есть, пока не в розыск. Я стоял в метро, на рекламы втыкал и в голову мою. Мне пришла идея, как бы было хорошо взять один билет, не важно куда. Я просто испарюсь, как день, и никто не узнает, где я. 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 Я буду много пить и танцевать, танцевать. Дышать свободой и песняра. Упаду лицом в песок и буду ждать волну. От души отматерюсь и закурю. В мире много еще разных мест. У меня на каждое денечек есть. И пусть скучаю я совсем чуть-чуть. Знаешь, я обязательно верну. Летит.